Я с Москвы приехал, потому что родина. И потому что президент обращение делал ко всем. В военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда. Как приедете, в течение 2-3 дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул. Тихо, подождите. По поводу 300 тысяч. В Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Хорошо, а 195 свои партийные билеты. Вы поймите одно, я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело, что вы нам сейчас здесь рассказываете. То, что нас не просто, и все. Один за всех! Один за всех!